Привет всем, привет, ребята, IT-следователь по электрике ролик. Тем, кому интересно или касается. Были предыдущие у меня уже ролики, алюминиевые провода, тонкие в старых домах. Внутри комнат разводка, сечение, по-моему, 2,5 квадратных миллиметра у них. У меня все время перегрев возникал, потому что обогреватель есть мощный. Ну, для такой поганой проводки 2,5 киловатта на максимуме. И не выдерживают соединения. Я как бы электрик, но нифига вот не справлялся соединить нормально эти алюминиевые проводки. Вот последний раз я купил такой на 15 ампер, все потоку подходящий, китайский клемник. Это стальные оцинкованные контакты. И вы видите, обогреватель был включен 2,5 киловатта. Все расплавилось. Ну, ничего не загорелось, можно сказать, хорошо. Что хорошо сделаны китайские эти клемники. Ну, относительно хорошо. Как бы что не загорелись, хорошо. Вот еще дальше этот стоял. Он такой подпружиненный. Видите, пружинка. Хороший тоже оплавился, не загорелся, ничего. Но в основном, как я понял, здесь вот контакт был, он отошел от перепадов температур. Здесь даже вот это, видите, ржавчина. Вот, ржавчина на нижних. Это просто она постояла где-то полгода, годик, и проржавели винты. Поэтому, наверное, контакт ослаб. Сначала он бы выдерживал этот клемник 2,5 киловатта. Но потом от расширений туда-сюда пружинок нету. Видите, контакт ослаб и перегрелось. В общем, не справился я опять. Вот крышечка. Она, видите, тоже вся оплавилась, но не загорелась. Это тоже хорошо от этой. В общем, такой способ вот не работает, как я сделал. Опять, ну, какое-то время, как я понял, выдержал, полгода, год, а потом контакт ослабевает здесь, потому что он не подпружиненный и стальной. Хотя я думал, что стальной контакт — это зашибись, алюминий соединять, но не получилось. Сейчас я соединил опять подпружиненными, которые уже не выдерживали, но со смазкой, которая изолирует от внешней среды. Может быть, будет получше. Я покажу уже в отдельном ролике. Заметил я по запаху, там начало пахнуть. Вот такая вот очередная авария. Единственное, когда подключал, я думал, как же получше подключить, и опрессовка самая лучшая, как получается, либо сварка, конечно, сварка, ну, сварки не получается у меня пока сделать, либо опрессовка алюминиевой гильзой, то есть просто два провода рядом кладутся, как в старину, ну, при постройке дома так делали, кладутся, гильзочкой обжимаются, вроде такое соединение стоит дофига времени. Ну, естественно, нужно с поверхности обезжирить, зашкурить, соединить. Я не мог такую гильзочку тоненькую найти, вот у меня была в этом проблема. Хотя можно все-таки их найти, если поискать. И обжимных не было штук у меня, клещей. Ну, а попробуйте обычными плоскогубцами обжать. Поэтому получится, что одинаковый металл расширяться, сжиматься будет, может быть, так лучше. Так что пробуйте такой вот вариант с обжимом. По-моему, должен сработать. Да, этот вариант нерабочий. Пока что все рассказал. До свидания. Подписывайтесь. Этот ролик был про очередную аварию соединения тоненьких проводов алюминиевых. Ничего такого мега страшного не случилось. Пока, ребята, это был исследователь.